просмотр машины для одного из подписчиков. Вот такой вот у нас ведролет Hi-Fi Motors. Hi-Fi Brio. В салоне, правда, нифига не видать. Короче, там все деревянное. Бампер передний разбитый. Вот так вот. Удолбился он мордой куда-то. Решетка помятая. Ушла вовнутрь. И получается, капот тоже мятый. Одним углом он стукнулся. Потому что вот у нас. Вот так вот. С той стороны такого нет. Фары целые. Все. Капот кисточкой красили. Что у нас тут еще? Порог мятый. Один. Вот этот вот. Ну, это, видимо, у нас бордюр был или еще что-то. Фиг его знает. Дальше. Зазоры показываем. Вот так вот задний бампер ушел. Тоже битый он. Сейчас я там покажу. В общем, бампер тоже кисточкой крашеный. Вот так вот. Раз. Вот так вот снизу. Два. Дальше. Вот так посередине. Три. То есть, получается, ему стукнули в задницу. И он те углы, короче, оторвались просто, получается, от машины. Что у нас тут? Есть такая же шляпа, наклейками просто заклеена, чтобы не видно было. Тоже лопнутый. Дальше. Вот тут вот у нас цветет он. Чуть-чуть. Вот так вот. Ржавчина немножечко вспухла. А вот эта вот сторона у нас здесь где-то был касательный удар. Все вот это вот все у нас мятое волнами, вот эта вот красота. И получается, началось это от двери. Вот полоса идет. И уходит вот сюда. Вот так вот. Но если так вскользь смотреть, то задняя дверь это тоже вовнутрь чуть-чуть. Дальше. Дальше у нас колесики. Вот это вот красота. Вот так вот. Кто так, блядь, гайки закрывал, хрен его знает. Дальше. Странная фигня. Ну, конечно, колеса повернуты, но все равно странная фигня. Вот здесь вот так вот не лезет аж палец. А там, а с другой стороны... Гайка нормальная. А там у нас, блин, заходи, не хочу. Ну, а здесь, естественно, что получается, когда ему в морду вдолбили, вот у него бампер до сюда и дошел. Короче, надо открывать капот и смотреть, куда у него там телевизор подвинулся.